Всем, ребят, привет! Снова я на очередном копе, снова я выбрался на пляж. Приехал я сюда, и немножко я разочаровался в том, что вода у нас пришла. То есть примерно метров на 5 она пришла, и площадь пляжа уменьшилась. Естественно, находки, которые были под водой раньше, я мог бы поднять, но, к сожалению, сейчас это невозможно. Итак, ребята, я уже на этом пляже не один. Вон первый комрад. Познакомились с ним. Говорит, что первый раз практически вышел на коп на пляж. И, ну и всеми нами известный из мирных копателей. Лёха. Так. Хочу остановить свое внимание вот на такой монете. Это у нас 10 копеек. Я его почистил. Смотрите, в каком сохране. Просто от песочка почистил, и он вот в таком шикарном виде. Получается, что у меня коп не просто по пляжу, а по старине. Итак, ребята, у нас довольно-таки зачетная находка для пляжного копа. Это у нас, смотрите, какая монета. Зачетная. Это у нас рубль. Ленин. Не видно, что написано, но, судя по всему, какие у меня были, тоже рубли попадались. Это 70 лет, по-моему. 100 лет. 1970 года. Ладно, зачетная монета. Итак, ребята, наконец-то у меня зачетная находка. Все-таки ожидания мои оправдались тем, что не может быть, чтобы я на пляж вышел и не поднял что-нибудь вроде вот такой вот вещи. Второй год подряд я выскакиваю колечко серебряное. Спаси и сохрани. Вот такое вот зачетное кольцо. Итак, ребята, монета обычная, просто интересно, она вот так вот в камушке выпала. Такая вот монета. Что это у нас? Видно по силуэту, это у нас советик. Да, советская, 2 копейки. Год 61. Видео у меня получится очень громоздкое, и я вот думаю больше не снимать свои находки, а просто. О, рокеры. Вот, ребята, тут у нас подъехали. Ну, посмотрим, что они сейчас здесь выделывать будут. Ой, сейчас я немножко помолчу и посмотрю, как тут ребята гонять будут. Эти ребята у нас участвуют в любительских гонках, ну и гоняют везде по-разному, по-всякому. Вот решили на пляжик выйти погонять, но, к сожалению, здесь вода пришла, и здесь уже не разгуляешься. Thank you.
Вот в таких условиях нужно действительно наушники одевать. Синий у нас был двухтактный двигатель, красный четырех. То есть четырех он как бы помощнее. А так ничего. Так, наверное, будем закругляться. Что-то прохладненько стало. Пойду я сейчас видеообзор комрада сделаю и тоже свой, и домой. Ну так, ладно. Смотрим. Итак, ребят, солнышко у нас садится. Вот так вот оно у нас падает за горизонт Жигулевских гор. Ну, я решил вам показать, вон там товарищ купается. Совсем, наверное, с ума сошел. Я вот стою, носом шмыгаю, холодно, пар изо рта, а он купается. Вот так вот у нас солнышко отправляется спать. Вода у нас пришла. Ходить уже практически негде. И я перебрался вот на песочек. На обычный песочек. И у меня находка. Такие вот 5 рублей. Думаю, может сейчас ходячки пособирать. Сегодня я в изобилии поднял советы. Вот. Ходячки я совсем сегодня не обострял свое внимание на них. Вот, что попадалось, то попадалось. Но на свежий песок, если я сейчас выйду, здесь будет очень много ходячки, которую я снимать не буду. А сегодня у меня достаточно много видеоматериала, так что видео будет у меня длинное. Надеюсь, досмотрите до конца. Ну ладно, отчет ждите, смотрите, будет. Солнышко у нас совсем упало. Тучки ее загородили, тем более. И вот за шапочку горы сейчас упадет. Ну ладно, продолжаем. Итак, ребята, все-таки будем заканчивать. Сделаю обзор комрада, что он у нас тут накопал. Накопал у нас сегодня вот такое количество советов. Интересная вот такая вот 25 украинская хреновина. 25 копеек. Вот такой вот зачетный рубль. Вообще зачет. Жалко, что он, наверное, не почистится. Хотя все есть возможность. 20-92, 20-61. Пятачок, трешка, трешка, двушки, копейки. И все это у нас в диапазоне от 80-х до 50-х годов. Ходячки он собрал сегодня меньше, чем советов. Ну, в принципе, мы и ходили по советам. И вот такой вот значок, второй разряд. Ну, я считаю, неплохо. С пляжа собрали советов. Может, из них и какой-нибудь раритет у нас выйдет. Ну, а так ничего, зачетно. Сейчас я сделаю свой отчет. У меня немножко побольше получилось. Ну, я на часок, наверное, пораньше начал. А вот сейчас все увидите. Ну, а так, ладно, прощаемся с ним. Все. Ждите. Итак, ребят, наконец-то пришел конец моему копу. И вы увидите сегодняшние находки, которые я сделал сегодня на этом пляже. А пляж это современный. Обратите внимание. А здесь очень много ходячки. Но сегодня был отлив здоровский. И вот эта вот вся полоса, где-то примерно, ну, метров, наверное, 30, была на суше. Вот. И здесь вот мы воспользовались случаем. Пошли, прогулялись по нему, и оказалось очень-очень замечательно. В основном советы, периоды, наверное, как вы видели, были монеты и 48-го года, по-моему, 46-го, вот, с этого периода, и вплоть до ходячки, то есть 60-е, 70-е, 80-е года. Ну, получилось у меня весьма-весьма интересно тем, что а советов я накопал куда больше, чем ходячки. Ну, не будем рассусоливать и покажу вам результат. Это у меня ходячка. Я особое внимание ни сегодня не обращал ни на что. Практически снимал все, что более-менее интересное. А шутер-бутер не снимал.
по советам. Смотрите, какое большое количество монет. Большое количество монет. Это все советы. А особое, что я хотел бы отметить, это вот эти вот замечательные 10 копеек в квадрате 46-го. Затем копеечка. Вот эта вот копеечка. Так. По-моему, да, 48-го. Вот. И что у нас тут еще было, я уже не помню. Но в основном 60-е, 70-е, 80-е годы. Вот такое вот количество у меня сегодня находок получилось. Ходил я вроде как бы вот с такими вещами. Вот. Но, к сожалению, сегодня у меня получилось одно колечко серебряное, зачетное. Весьма такая тяжелая, как вы видите, оно такое толстое, то есть нестандартное. То есть кольцо советского периода. Сейчас эти колечки делают очень тонкие, но в данном случае оно такое массивное колечко. Вот. Ну и все. Все, что сегодня у меня получилось, вы видели. Прогулялись мы сегодня уже, как говорится, всего-навсего сколько? Ну, часа 4. Подышали свежим воздухом, практически морским, как вы видите. Вот. Но было прохладненько. Когда солнышко пекло, было замечательно. Там у нас вдали имеется наш город. Но на пляжи городские мы не ходим. Ну ладно, на этом все. Всем пока и удачи. Всем побольше хабра и находок на пляже. Весьма приятных.